Вот уже в 9-й раз в живописном месте озера Селигер открылся Всероссийский образовательный форум. Он стартовал с форума молодежных проектов, который включает в себя сразу 8 смен. Среди них фитнес-тур «Беги за мной» и волонтерский проект «Технология добра». Главным партнером этих смен выступила компания LG Electronics. Она уже четвертый год реализовывает в рамках Всероссийского образовательного форума инициативы донорства и здорового образа жизни. Компания LG Electronics с 2009 года является партнером Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства в плане выполнения масштабной государственной программы развития службы крови. Уже за спиной и поезд добрых дел, который объехал 8 городов с донорскими акциями и лекциями. Позади совершенно недавно завершившийся прекрасный марафон «Технология добра», который также проплыл по 8 городам по Волге. В этом году на Селигере 2013 пройдет уже юбилейный 50-й день донора. 2 года назад в условиях мобильного комплекса заготовки крови был установлен рекорд России по количеству доноров. Тогда за 2 дня сдали свою кровь 262 человека. В этот раз таких пунктов будет уже вдвое больше. Хотя установка рекордов – это не главная цель, которую преследует компания LG Electronics. То огромное количество ребят и те огромные очереди, которые выстраиваются к машинам, говорят о том, что у нас очень добрые люди и действительно, что донорство надо развивать. В реализации программы развития массового добровольного донорства крови компания LG Electronics поддерживает немало известных спортсменов. За 4 года на Селигере уже побывали олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Алексей Немов, Алексей Ягудин. В этот раз открыть Всероссийский образовательный форум приехал легенда мирового спорта, абсолютный чемпион мира по боксу, первый россиянин, вошедший в международный зал боксерской славы Константин Дзю. Привет, Селигер! В качестве посла добрых дел Константин провел не только показательную утреннюю зарядку для участников Селигера 2013, но и мастер-класс, в ходе которого он поделился с ребятами своим опытом построения спортивной карьеры и умением преодолевать трудности. Благодарен LG Electronics, то, что пригласила меня быть послом доброй воли, чтобы призвать всех нас сдавать кровь, потому что сдав 0,5 литра крови своей, ты спасешь кому-то жизнь. Это так здорово. Среди участников смены технологии добра форума Селигер 2013 много ребят, которые ранее поддерживали региональный донорский марафон компании LG Electronics. А это значит, что уже есть кому перенять эстафету донорства и способствовать дальнейшему развитию донорского движения.